Куда теперь? Что звонит? Кое-что. Встретился? В смысле? Вживую, что ли? Мне высматривать чувака в маске. Смешно. Я тебя проведу. А я думал, ты социал. Все так. Но вопрос щепетильный. Позырим, что ты там нам покажешь. Мне даже стало интересненько немного. Так, что ты мне там хотел сказать, чувак? Хулигана я знаю давно, и он всегда скрывал свою личность. Он же из Дансек. А теперь встреча. Это неожиданно. Посмотрим, что он задумал. Меня не поведет. Хулиган 17. Всюду ложь. Слушай, я могу тебе доверять, Клара? Доверять, может, и нет. А вот послушать стоит. СМС, что ты мне послал. Я знаю, где его найти. И для этого нужно было встретиться лично? Да. Именно для этого. Ты же хотел хапнуть Дерсик? Да ты шутишь. Будь поласковее. Я открою тебе целый мир. Но женщины любят кормить вещами. Тут все их грязные делишки. А у меня к ним доступ. Крадено, да? В этом сила. Только не бери. Из-за твоих фокусов люди страдают. Или бери. Ты не доверяешь мне? Дай мне причину доверять. Ладно. Отправите. Как его найти? Работаем вместе. Глянь, что я тебе послала. А нет, слушайся. Вот уж удивило, так удивило. Хулиган 17. Ну, ты такой, как я и думал, Эйва. Вот она, наша хацкерша. Окей. Хорошая вещь.
дорогая. Прикольная вещь. Что еще можно? Да ладно! Да ладно! Я и не знал! Слабые места, если вы понимаете, о чем я. Да где я? Теперь окунемся в мой мир. Хорошо, тормозите. Идите в жопу. Что я творю? Я тут на байке еду. Это было тупо. Ну ладно. Я их не заметил вначале как-то. Так, а где мы? На, вот он. А ты не сдох. Твою мать! Б. Твою ж мать, а. Ладно, меня заметили. Какого хрена ты пистолет вытащил? Ой, сори. Говно жив. Перезаряжание, блин! Кто переводил это? На. Соснул, да? Окей. Закрыто, естественно.
Да я понял уже где, а. Это прям как орлиное зрение из Assassin's Creed. Так, есть тут кто? Отлично. Я в здании. Что там впереди? Судя по планам, там просторная галерея. И охрана, конечно. Кстати, эти бойцы, что я тебе скинула. Отключишь охрану. С телефона запросто хакнешь любой девайс. Прямо любой? Ну да. Их мобильники, взрывчатку, рацию. В общем, любую хреновину на цифре. Ясно. Понял. Просканирую офис. Найди комп, который можно хакнуть. Нашла. Брэдли Кофлин. О, нет. Главный по безопасности. Эй! Найди того. Какого хрена не менялось у меня там? Я хотел поменять Тамаруху, она не менялась. Отлично, вообще просто. Там лягушек. Ты меня не зевай. Ты где-то этажом выше. Надо подняться. Даем. Бесполезно прятаться теперь. На, получил по ногам, да? Ты, блин, откуда стреляет? Укрытие. Сиди. Вот она где это говно. Опять какой-то смельчак сверху. Побежали, побежали. Так, я тут, кажется, видел кого-то. Вроде никого. Тунь-тунь-тунь.
Так, а чё тут? Генератор помех. Попробуем ускользнуть. Блин, этот сканер прямиком со мной прёт. Па, сканеры закончились. Блин, не самое удачное место я запёр. Отлично. Ну что, где звонивший? Я заколебался бегать. Да, есть. Сигнал из квартиры в районе Луп. Все понял. Будь осторожен. Все эти пляски с сигналом... Тебя заманивают в ловушку. Это мы еще посмотрим, кто кого. Так, сразу М-ка, чтобы знать, куда ехать. Поехали. GPS. Навигатор. Лучший путь показывает, в кавычках, естественно. Будзыч. Это такой заряд батареи расходует. Спасибо за совет. Закрыто. Да еще все ок. От угроз моей семье к радушному приему. Да и он знает, чем меня зацепить. Ладно, рискнем. Че, будем по-ассасински взбираться или по лестнице просто? Да, не придется. Значит, и щитков там два.
Так, а здесь у нас что? Блин, а куда ты затарил все это? Ну, то есть нам через камеры. Так, давайте я лучше оттуда начну. Там полегче будет. Так, есть первый щиток. Где же этот щиток сраный может лежать? Поверни свою залупу. Здесь ничего нет. Вот я его и нашел. А ведь правильно шел. Так, сетевое взламываем. Так, и где-то здесь сверху надо. Это еще что? Кандидат. Так, а здесь хоть что за камера? После Мерло. Похоже, для вас, Громила, есть новое задание. Ноги в руки и вперед!
Вот как. Да ладно. Да стреляй же ты, блин. Задание провалено, спасибо за совет. Ну. Ты говно еще и стрелять не хочет. Да уже знаю я. Так, ну давай же, блин, вот. Ты говно меня заметила, соскакиваем. Оу! Я бы пропустить это хотел. А не смотреть на это каждый раз. Вот говно, а? Ладно, еще раз. Надо сбрать что-то похлеще. Уже наизусть запомнил. Давайте уже нормально. Снайп, грёбаный снайп. Надо вначале его мочить. Как-то. Снайп побежал. Так, пошел. Да хрена ты мажешь, а? Игру бегу.
Блин, бесполезно. Пошли все в жопу. Будвищ. Меня больше никто не видит. Да зачем мне эти гребные лаги, а? Ubisoft, а почему вы нормальную игру не оптимизировали, блин? Можно отдыхать. Мы скрылись от них. Ну, как раз недалеко. Наверное, стоит на паузу поставить запись, чтобы куски не были огромными.